Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие выпускники, вчерашние школьники, завтрашние студенты. Всем добрый вечер. Ну и, конечно же, наши прекрасные педагоги. Друзья, можно поаплодировать этому событию, то, что все мы здесь сегодня собрались. Действительно, очень рад всех приветствовать этим прекрасным, очень теплым июньским вечером в одном из самых красивых мест не только Санкт-Петербурга, но и Европы, в Государственном музее-заповеднике Петергоф. Господа отличники, медалисты, лауреаты интеллектуальных конкурсов, победители гуманитарных олимпиад, все вы наверняка хорошо знаете историю Санкт-Петербурга, и все-таки я позволю себе оглянуться в прошлое, напомнить о том, как сказать, но о делах наших минувших. Поэтому, дорогие друзья, Петергоф был основан в начале 18 столетия императором I, чей день рождения мы, кстати, отмечали недавно, 9 июня, и стал самой роскошной летней царской резиденцией. Петр хотел, чтобы, с одной стороны, Петергоф стал так же великолепным, как и самые знаменитые королевские резиденции Европы, а с другой стороны, чтобы он стал триумфальным памятником воинских побед великой державы. С тех пор наша страна одержала огромное количество побед и военных, и научных, и творческих. И великолепный Петергоф по сей день притягивает толпы туристов, которые хотят воочию увидеть это прекрасное место. Поэтому очень здорово, что мы сегодня с вами становимся действительно свидетелем вот этого исторического события в очень историческом месте для всей нашей страны. Ну и не преувеличивая, можно сказать, что у вашего поколения великое настоящее. И можно сказать еще и о том, что у вас великое будущее. Будущее, ради которого стоит потрудиться. Итак, в путь, в завтра, Петербург, друзья, поверьте, очень гордится всеми вами. И мы с удовольствием приглашаем вас на первый настоящий высший бал. Ну и прежде всего, давайте поприветствуем гостей, очень уважаемых гостей, которые каждый день решают задачи, очень много сложных задач и проблем, от которых зависит наше с вами благополучие. Они, как никто другой, знают, как важны образование, интеллект, трудолюбие, усердие и ответственность. И их сердца сегодня переполнены гордостью и радостью за вас. Итак, друзья, я думаю, что громогласными аплодисментами мы встретим губернатора Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко. Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров. Председатель комитета образования Санкт-Петербурга Жанна Владимировна Воробьева. И заместитель директора Государственного музея-заповедника Петергоф Лариса Викторовна Никифорова. Друзья, ну и наступает самый торжественный момент нашего праздника. Чтобы открыть бал медалистов 2015 года, мы приглашаем к микрофону губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие отличники, победители олимпиад. Я думаю, что многие из вас были на Алых парусах, на Дворцовой площади, буквально всего лишь несколько дней назад. И я там, выступая, обратился ко всем, мне кажется, с правильным очень словом. Я тогда сказал, и сейчас это повторю. Добрый вечер, лучшие. А вы не просто лучшие, вы лучшие из лучших.
вы все эти 11 долгих лет овладевали знаниями, причем делали это замечательно, по-настоящему, по-петербургски, проявляя буквально замечательные качества, в том числе и лидерские, а самое главное, ответственное отношение к делу. И вот этими своими первыми победами в жизни, а я считаю, это очень серьезные победы, медали за отличие в учебе, победы в олимпиадах, вы закладываете не только фундамент своего личного будущего, вы закладываете, пусть пока еще небольшие кирпичики, в фундамент будущего нашего города и нашей страны, потому что пройдет буквально там, лет 10-15, и вам дальше вести страну, причем вести ее тем кубком, которого она достойна. А это значит вперед, к новым победам, к новым свершениям, к тому месту, которое наша страна по праву занимает и будет занимать в мировом разделении труда, в мировой истории, наша великая, замечательная страна. И одним из лидеров нашей страны является, конечно, город Санкт-Петербург, счастье, в котором жить, выпало всем нам. И я хочу искренне от правительства города, я думаю, имею на это право от всех петербуржцев, во-первых, поблагодарить вас за ваш труд, а самое главное, поздравить вас с замечательным праздником, с окончанием школы и пожелать вам счастья, удачи, новых успехов, а самое главное, верить в свою звезду, верить в будущее нашего города и в будущее нашей страны. А страна уже сегодня и город гордятся вами. В добрый путь, дорогие друзья. Счастья вам. Спасибо, Георгий Сергеевич. Микрофон приглашается председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга. Уважаемый Георгий Сергеевич, дорогие друзья, ребята, конечно, хочу обратиться к вам. Вот как точно назвал губернатора, вас лучшие. Но я хотел бы вас предостеречь. Вот самое главное, чтобы вы понимали, это действительно в вашей жизни самая первая высота. И вы, отдавая дань, колоссальное уважение за эту высоту своим родителям, своим дедушкам, бабушкам, своим учителям, всем своим наставникам, должны помнить, не загордиться, а помнить. Вот чтобы удержать эту планку, как в известном мультфильме, надо бежать на месте в два раза быстрее. Поэтому вот ваши лидерские качества – это будущее нашей России, будущее нашего города. И удержать эту планку надо работать еще упорнее, еще лучше, оставаясь при этом отзывчивым человеком, оставаясь при этом скромным человеком, оставаясь перед этим понимать, что право на лидерство – это прежде всего право на упорный каждодневный труд, на уважение взрослых, на уважение своих учителей и заботу о нашем великом городе Санкт-Петербурге и о нашей с вами России. Мы верим в вас, мы надеемся на вас, мы гордимся вас. С праздником лучшие и всего вам самого доброго. Спасибо. Мы сейчас приветствуем слово председателя комитета по образованию, заслуженного учителя Российской Федерации Жанны Владимировны Воробьевой. Добрый вечер, дорогие выпускники. Вы действительно лучшие, но еще вы самые красивые, самые умные, самые любимые и, я уверена, любящие. Я хочу от вашего имени поблагодарить и Георгия Сергеевича, и Вячеслава Серафимовича за действительно искреннюю отеческую заботу не только о вас, потому что нас много, нас почти что 450 тысяч учащихся в школах Санкт-Петербурга. И вот те условия, которые школы предоставляют, дают возможность раскрыть свой талант. Вот вы подтвердили, вы талантливые. И, конечно же, лучшие вузы нашей страны, великой России, а эти лучшие вузы находятся все в Санкт-Петербурге, ждут вас. И сейчас у вас ответственный момент. Последние минутки, когда вы должны правильно определить, куда вы все-таки идете учиться. Я вам желаю не ошибиться, выбрать по специальности, по душе, выбрать то дело, которым вы в будущем будете заниматься, а не просто получив диплом, куда-то пойдете
работать. И, конечно, я желаю как можно больше выпускников Санкт-Петербурга, особенно стоящих сегодня здесь, в этом замечательном парке, выбрать педагогический вуз. И, дорогие ребята, через 5 лет мы ждем молодых учителей в образовательные учреждения школы города. Будьте счастливы, будьте любимы и любите. Спасибо. Лариса Викторовна, приглашаем вас к микрофону. Дорогие выпускники, лучшие выпускники 2015 года, Петергоф приветствует вас. Такой концентрации молодости, красоты и ума Петергоф, наверное, еще не видел. Хотя не совсем так. Почти каждый год в 19 веке в Петергофе чествовали лучших учеников. Тогда это не называлось выпускники, тогда это не называлось выпускной бал. Но вот здесь, на этом балконе, стояли государи-императоры и приветствовали воспитанников военных учебных заведений. Девочек, правда, поили чаем в Монплезире, выпускниц женских институтов принимали там. Сегодня времена изменились, вы стоите все вместе. Мы желаем вам успехов. Вы сейчас пойдете по тем же аллеям, по тем же дорогам, по которым ходили эти выпускники. И я надеюсь, ваши труды, ваши достижения вольются в общую копилку славы нашей Родины. Мы желаем вам успехов и ждем вас в музее. Я надеюсь, что вы всегда будете любить и ценить культурное наследие. Вы будете любить музеи и приходите к нам на работу. Не только школы, но и учреждения культуры ждут молодых, энергичных, талантливых выпускников. Успехов вам и прекрасного праздника! Спасибо. Друзья, давайте действительно аплодисментами еще раз поблагодарим наших почетных гостей. И с вашим... Я с удовольствием готов вручить... Ты... Дорогие друзья, есть еще один традиционный момент, который носит название «Общая фотография». И вы сейчас будете задавать вопрос, как мы это сделаем. Дорогие друзья, все безумно просто. Сейчас ваша задача, минуя газон очень аккуратно, оказаться прямо под балконом и непосредственно смотреть лицом вот на того прекрасного парня, которого держат его друзья на стремянке. А мы также, да, красиво подойдем сейчас прекрасному вот этому моменту, чтобы также попасть с вами в этот прекрасный, очень исторический момент, в историческую фотографию. Друзья, мы можем сюда еще ближе, вот чтобы вот вся вот эта вот прекрасная площадь перед балконом была заполнена. У нас действительно очень много сегодня почетных гостей, поэтому мы их всех с удовольствием пригласим. Друзья, ну и самое главное — смотреть не на балкон, а на фотографа. Дорогие друзья, вот те, кто стоит перед газоном, вы не попадете в фотографию. Это правда. Сюда ближе, ближе. Здесь есть место. Прямо перед балконом. До газона. После газона. Нет. Дорогие выпускники, прошу вас. Друзья, еще проходите вперед, проходите сюда. Прошу. Друзья, есть еще место перед балконом, под балконом, поэтому проходите. Пока вы здесь все не окажетесь, мы, к сожалению, не сделаем снимка. Все поместятся, поверьте.
Паша! Дорогие друзья, есть еще такой, знаете, фотографический закон. Если вы видите фотографа, то и на фотографии вы тоже будете. Ох, оживить. Друзья, есть. Все выстрелились, улыбаемся, смотрим на прекрасно. Вот парень, который стоит на стремянке, его поддерживает его друг. Ну что, с праздником! Ура! Ну хочется эмоций. У меня такое ощущение, даже по спинам вижу, что вы не улыбаетесь. Аплодируем нашим почетным гостям. Спасибо. Спасибо огромное. Я уверен, что все те слова, которые были сегодня сказаны, обязательно пойдут вам на пользу. Друзья, ну а сейчас я всех приглашаю на наш замечательный бал. Для того, чтобы пройти, для того, чтобы попасть, достаточно пройти через вот эти двери, которые находятся под балконом. Поэтому, дорогие друзья, Мингазон, пожалуйста, у меня убедительная просьба. Пожалуйста, давайте мы будем очень уважительны к сотрудникам музея-поведникам Петергоф, которые собственными руками и своими усилиями делают так, чтобы этот газон был в порядке. Поэтому будем воспитанными и будем его обходить с двух сторон. Друзья, тем более время у нас есть, мы успеем. Поэтому до встречи!